Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Современные Соединенные Штаты Америки». И вы уже прослушали третью видеолекцию, которая завершает первый модуль, первый раздел курса, посвященный ретроспективному взгляду на историю США. В третьей лекции очень большой упор делается на терминологию. Вам предлагается узнать, что означают термины «Великая депрессия», «аболиционизм», «гомстеды», «подземная железная дорога», «просперити», вот, и некоторые другие. Вот, так что, пожалуйста, будьте внимательны, запоминайте. Термины очень важны для вашего терминологического категориального аппарата, которым должен владеть каждый историк. Ну и в завершение третьей лекции я бы хотел задать вам 5 контрольных закрепляющих вопросов. Итак, внимание, первый. Укажите хронологические рамки войны за независимость США. Второй вопрос. Кто такие аболиционисты? Пожалуйста, дайте развернутое определение. Третий вопрос. Что такое подземная железная дорога? Что это за феномен, когда он существовал, в чем заключался и к чему привел. Четвертый вопрос. Как назывались и когда были приняты первые 10 поправок к действующей ныне Конституции Соединенных Штатов Америки? Ну и, наконец, пятый вопрос. Кто и когда принял закон об отмене рабства негров? Успехов вам! Благодарю за внимание. Наш следующий раздел, второй, будет посвящен очень интересной теме — американскому регионализму. До свидания.